Всем привет! Недавно посетил сайт AliExpress и купил там CD-диск на 30 терабайт. Посмотрел, цена хорошая. Почему же не взять 30 терабайтов, чуть больше 30 фунтов? 1 терабайт, 1 фунт. Скорость 540 мегабит в секунду. Как у Пушкина. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Думаю, надо брать. Отзывы даже хорошие. В итоге получил, начал скачивать туда файлы. Файлы скачиваются, но как-то скачивались до определенного момента. Потом они как бы зацикливаются. И ты, которые следующие качаешь, они, открываешь папку, их не видно. Хотя показывают, да. 15 и 15 терабайт. Разделена на две части. В итоге это надувательство. Нормально выглядит, легенько. Type-C вход. С другой стороны USB. Короче, не покупайте. Не покупайте типичные карты, потому что это надувательство. Чистое надувательство. И деньги вы вряд ли вернете. Особенно, когда в ППХ от радости напишите положительный отзыв, что, дескать, да, карточка хорошо работает. Но через время, когда вы начнете дальше закатывать туда фотографии и видео, которых уже в вашем компьютере много накопилось, то поймете, что это дерьмо на палке. Вот здесь маленькая карточка стоит, насколько, может, на 60 гигабайт, и все. А здесь микросхема, которая гоняет все то, что вы записываете по кругу. В итоге вы получаете какую-то карточку дешевую, которая стоит 3 фунта, покупаете раз в 10 дороже, как минимум. Так что не покупайте, опасайтесь таких предложений, потому что это чистое надувательство. Пока не бывает на данный момент по такой цене такого объема памяти. Все, пока. Спасибо за внимание.